зимним морозным утром придаст бодрости и согреет горячий шоколад с перечной мятой. Этот напиток активизирует пищеварение, разбудит желудочно-кишечный тракт, поможет избавиться от накопившихся токсинов, повысит активность головного мозга, добавит работоспособности как физической, так и умственной, поможет противостоять в течение дня стрессам, зарядит энергией и не даст никому испортить настроение. Чтобы приготовить напиток, вскипятить 250 мл молока жирностью 3,2%. Положить в горячее молоко 50 граммов тертого шоколада. Добавить несколько листков сушеной или свежей мяты. Перемешать, дать настояться 3-4 минуты. Выпить не торопясь, ощущая всю свежесть и энергию напитка.